Турция может подтолкнуть Азербайджан к авантюре в отместку России. Но мы дадим достойный контрудар, дадим азербайджанцам затрещину. Командос. 22 февраля 2020 информатор. Герой Арцаха, генерал-майор Аркадий Терта-Девасян. Командос, комментирую панельную дискуссию премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 15 февраля в Мюнхене. Отметил, что не считает правильным участвовать в подобных дебатах, потому что вся речь Алиева была основана на лжи и манипуляциях. Я не слышал ни слова от азербайджанского лидера, соответствующего действительности. Во время этой панельной дискуссии я не видел никакого конструктивного подхода, поэтому я не знаю, нужно ли снова входить с ним в это поле, сказал Терта-Девасян в интервью 1ин. Что касается встреч и переговоров лидеров Армении и Азербайджана в целом, они, конечно, важны. Но с другой стороны, на самом деле эти встречи не играют существенной роли, каждая сторона отстаивает свою позицию. И прогресс невелик, новых шагов после них не следует, поэтому я считаю бесполезным связывать серьезные ожидания с этими переговорами, по крайней мере, пока мы не видим какого-либо положительного прогресса, добавил генерал. По словам Аркадия Терта-Девасяна, периодические встречи глав или министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой Минской группы ОБСЕ являются ничем иным, как встречами ради встреч. Минская группа не может сделать больше, чем организовывать встречи. Если Пашинян и Алиев не могут найти общий язык, Минской группе здесь нечего делать, ее мандат состоит лишь в том, чтобы выполнять посредническую миссию, хотя я более склонен думать, что Минская группа в большей степени проазербайджанская, чем проармянская. За последние два года эти переговоры дали только один результат. Напряженность на линии фронта относительно уменьшилась. Чего-либо большего мы так и не увидели, подчеркнул генерал. Генерал прокомментировал также ситуацию с российско-турецкими отношениями и угрозу их обострения для Армении и Арцаха. Сейчас мы наблюдаем напряженность в российско-турецких отношениях по вопросу сирийского Идлиба. Это означает, что Турция может попытаться дестабилизировать ситуацию в регионе в отместку России, а также подтолкнуть Азербайджан к авантюре. Хотя в таком случае мы дадим достойный контрудар, как говорится, дадим азербайджанцам затрещину, но пока нам приходится ждать и смотреть, как будут развиваться события в ближайшем будущем, потому что не исключено, что отношения между Россией и Турцией нормализуются. Несмотря на то, что Эрдоган пытается показать свои зубы, по моему мнению, против России он не пойдет на крайние меры, будет осторожничать, шансы Турции намного ниже, чем у России. Я думаю, что скорее всего так и будет, то есть Турция и Россия будут переговариваться и договариваться, и ситуация не ухудшится, потому что теперь у двух стран есть общие интересы в нефтяной сфере, в вопросе российских С-400 и прочее, считает Аркадий Терта-Девасян. Герой Арцаха согласен с подходами премьер-министра Пашиняна к урегулированию карабахского конфликта, в частности с тем, что Арцах должен вернуться за стол переговоров, и сами жители Арцаха должны решить свою судьбу. Он считает очень важным послание Пашиняна о безопасности. Напомним, что премьер-министр Армении, в частности, заявил, что Карабах – это территория для Азербайджана, а для нас Карабах – это безопасность, а безопасность не уступают. Армения является гарантом безопасности Арцаха и никогда не оставит свое братское государство. Арцах является частью Армении, и Азербайджан знает это очень хорошо, поэтому любое действие против Арцаха – это действие против Армении, которое не останется без ответа. Никто не собирается отдавать им территорию. Им лучше забыть об этом, заключил генерал-майор Аркадий. Эрдоган заявил о войне. Какое решение примет Путин? Президент Турции Эрдоган заявил, что в отношении событий в сирийском Идлибе можно применить формулировку «война». По его словам, Турция приступила к военным действиям и не отступит, пока не отступит сирийская армия. Турция обвиняет Россию и Иран в поддержке сирийской армии и нарушении договоренностей по Идлибу. Россия, в свою очередь, заявляет, что Турция не выполняет принятые обязательства и не сдерживает террористические группировки. Накануне турецкие подразделения были атакованы российской авиацией, которая помогла отбросить атаку турецких сил от Идлиба.
Эрдоган заявил, что вечером 21 февраля поговорит с Путиным, и от этого будут зависеть его дальнейшие действия. Он также обсудил вопрос с Макроном и Меркель, которые чуть раньше переговорили с Путиным и предложили провести в первые дни марта четырехстороннюю встречу по Идлибу. Ранее американский Bloomberg заявил, что Турция попросила США предоставить комплексы Patriot для защиты от российской авиации, но пока американская сторона воздерживается от непосредственной поддержки Турции. Если Дамаску удастся установить контроль над Идлибом, это станет серьезной победой России, в первую очередь над Турцией. Может ли Москва позволить себе такую роскошь? Хватит ли ей смелости? Очевидно, что для этого прежде всего нужно будет договориться с США, и Путин намекнул на готовность. На вопрос о том, какое решение по окончательному урегулированию примет Путин, потому что подобная победа над Турцией потребует от России дальнейшего серьезного материального обслуживания, в том числе пересмотра политики на кавказском и армянском направлении, признания прав Армении и армян. Готова ли к этому Москва или в России превалируют Маргарит Симоняновские настроения, когда в независимости Армении проявляется больше иронии, чем уважение? Во всяком случае, в солидных экспертных кругах России говорится, что поражение Турции в Сирии России не нужно. Параллельно председатель Союза офицеров России генерал Липовой заявил, что Турция не остановится, и ее цель – восстановление Османской империи, а не только Идлиб. По мнению генерала, Турцию пора остановить. Какие настроения будут превалировать в России? Убедят ли Путина договориться с Эрдоганом, в который уже раз, или Москва поможет Асаду завершить кампанию по возвращению контроля над Идлибом, хоть бы раз показав Турции ее место? Россия нанесла удар. Турция обратилась за помощью. 20 февраля Россия заявила о военно-воздушной операции и нанесении удара по турецким подразделениям и группировкам, которые при поддержке Турции захватили населенный пункт Нейраб близ сирийского Идлиба. Турция заявляет о двух погибших. В последние дни сирийская правительственная армия продвинула свои позиции и установила контроль почти над половиной провинции Идлиб, в том числе частью зоны совместного российско-турецкого патрулирования. Турция обвиняет Россию в поддержке сирийских сил и в нарушении договоренностей. Анкара утверждает, что согласно астанинским договоренностям вправе давать вооруженный отпор попыткам нарушить зону патрулирования. Межведомственные переговоры Турции и России продолжаются уже довольно долго, но пока им не удается договориться по Идлибу. Это первое непосредственное столкновение с вовлечением турецких и российских сил. Накануне Bloomberg распространил информацию о том, что Анкара запросила у Вашингтона ракетные комплексы Patriot для защиты от российских воздушных атак в Сирии. При этом президент России Путин неожиданно вспомнил о помощи Вашингтона в пересечении теракта в Санкт-Петербурге в конце прошлого года. По сообщению Reuters, Путин поблагодарил Трампа за информацию американских спецслужб, которая помогла предотвратить теракты. Вспомнив 20 февраля об этом и вновь выразив благодарность Трампу, президент Путин заявил, что Россия также готова внести свой вклад в борьбу с терроризмом и помочь в этом США. Является ли это призывом Путина к Трампу не помогать Турции взамен на какие-то информации? Россия и Турция пребывают в Идлибе в режиме взаимных угроз и шантажа. По исторической закономерности это заканчивается, как правило, отступлением России. Повторится ли история или Россия проявит на сей раз волю? Видимо, от этого будет зависеть, примут ли главы стран-членов Совбеза ООН предложение Путина встретиться и обсудить новый мировой порядок.